Привет, это очередная подборка из 5 игр, каждая из них особенная и уникальная, но меня они почему-то не зацепили, поэтому я решил все это объединить в одно видео и не уделять им особо много времени. Привет, сегодня мы поиграем в ремастер Crysis, классического шутера от первого лица от Crytek. Не хочу затягивать, поэтому погнали. Новая игра. Так, выберем, наверное, рядовой. Противник говорит по-русски. Обычный бинокль. Бинокль упрощен. Оружием управляет водитель. Противник говорит по-корейски, спецназ. Без перекрестия. Я не знаю, на офицере играть или рядовой. Блин. Погнали, офицер тогда. Эту игру я давно хотел снять для своего канала. Все никак не было времени. И вот вышел ремастер. Просто здорово. Уж эти корейцы. Что же они там такое открыли? Новый жанр в аниме 7 дней спустя. Так, Филиппинское море. 20-й год. Нас такое мало волнует. Никак нет, командир! Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой. Вас понял. Значит, радар брали. 3 минуты до высадки. Эй, Номад! Ты живой там, а? Тюню с лицом. Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Так, а так и должно быть. Очень странные ладно, тени. Парашюты, маски. У меня стоят высокие настройки. После вымазки держите со мной. Раскрытие по сигналу. Но что черный цвет, что белый цвет лица. Выглядит ужасно оба. Пошел, пошел, пошел! Высадка. А где у нас зона посадки? Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимания! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Как раскрыть? Что за черт? Вы видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют! И запасного нет! Держись, парень! Ты над водой! Костюм должен погасить удар! Недостаточно энергии. Что за подстава? Почему мы? В норме, только прицел барахлит. Что это было?
Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь. Уже на марше. Шут на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. А его отпустит? Нет, я не знаю. Костюм частично поврежден. Нужно... Стойка. А если так? Провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. А может мне кто-нибудь объяснить, почему так работает? Бери шута и ищи Ацтека. Максим, ранее. Маскировка активирована. Стоп, я сейчас попробую еще раз что-нибудь сделать с этим. А так? Я не понимаю, почему за мной следует эта ерунда. Крайзис. Что с тобой? Я хотел тебя пройти. Бред. Что касается тени, она меня не покидает. Но это бред вообще. Разумеется, я такое проходить не буду. Да ты дурачок. Что происходит? Поиграл в Crysis, называется. Ладно, я думаю... Отдельно я это выпускать не буду, это войдет в какую-нибудь подборочку, но это так тупо. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Видимо, придется проходить его когда-нибудь в другой раз. Окей. Следующая игра называется Race of Humanity. Это пошаговая тактическая стратегия с элементами карточной игры. Не особо люблю пошаговые игры, поэтому она расположена в этой подборочке. В этой игре есть ежедневные испытания даже, но интерфейс выглядит достаточно странно. То есть по-чмошному, учитывая сколько стоит игра, там где-то 800 что ли рублей. Ладно, новая история. Требуется минимум 5 персонажей. Может 5 букв? Как нас будут звать? Перекись. Супер, да? Средний уровень сложности, одиночная игра, руководство, да, погнали. Тематический парк. 2081 год, Западная Европа. Ходящая радиотранспортировка. То есть это получается ранний доступ игры, да? Добрый вечер, последние отчеты говорят мне, что Орда Сокрушителей это ж через Новотира с юго-востока на северо-запад. Не дай убежище, ход, нам нужна поддержка, добро пожаловать. Найс. Набор букв. Набор слов. Тут вообще звуки-то есть? Бежит такой модник. Непонятно куда. Куда-то намылился. Зачем тебе этот тематический парк? Им бы звуки... Бега добавить? Сигнал, который я уловил, усиливается. Источник должен быть где-то здесь. Думаю, сначала мне нужно убить этих сокрушителей. Отличная идея, а почему бы их не обойти? Добро пожаловать. Осмотритесь с помощью этих кнопок. Переместите камеру. Установка завершена. Ваша рука. Это ваша рука. Вы используете карты в руке, чтобы атаковать, защищаться и многое другое. Чтобы использовать их, вам нужно приблизиться к врагу. Вообще, задумка-то, в принципе, неплохая. То есть соединить эти два жанра. Как мне подойти-то? Давай, добеги. Давай подойдем поближе, щелкните правой кнопкой мыши. Ну, указанный гекс, а где указанный? А, аж сюда. А он добежал, я думал, он не сможет. Диапазон пробуждения. Враг только что проснулся, вы вошли в зону его пробуждения. С этого момента он будет пытаться атаковать вас, поэтому продвигайтесь осторожно и постарайтесь уничтожить его.
Обратите внимание, что ваш диапазон движения ограничен уровнем вашей выносливости. Это число показывает, на сколько гексов вы можете переместиться. Карта реакции. Этот враг может нанести урон. Давайте подготовимся, играя картами реакции. Их можно запустить, нанося вражеские атаки. Может, парируя? Щелкните левой кнопкой мыши и притащите обе карты быстрой реакции. Уклонитесь от всех эффектов одной карты, сыгранной вашим врагом. Вашим героем. Давай. Посмотрим, как это сработает. Ты уверен, что хочешь с ним сражаться? Во! Во! Вот где находится ваша карта реакции. Вам удалось уклониться от всех ударов. Нормально. Прежде чем атаковать, взгляните на свою энергию. Для игры большинству карт требуется энергия. Здесь указана ваша общая энергия. Ну да, круто. Горячие зоны. Некоторые гексы могут дать дополнительную энергию. Давайте перейдем к тому гексу, который может расширить наши возможности. Готов к атаке. Посмотрите, ваша энергия увеличилась в два раза. Теперь, ну уж не в два, а на два. Теперь мы можем поразить сокрушителя, используя полную силу. Выберите любую карту, и мы расскажем, что она делает. Окей. Так, вот это аж 3 стоит, но это граната какая-то. Я не хочу, чтобы мне прилетело, поэтому давай его вот так вот долбанем. Переместите 2 гексы по прямой линии и нанесите 2 урона за каждый перемещенный гекс. Но, блин, это мы не сможем использовать ледоруб. А он сам врага выбирает или как? Так, вы сделали хорошее попадание в сокрушителя. Лучше бы сначала ты выбирал врага, а потом он применял на этого врага карты, потому что это как-то неудобно. Сначала ударил его, потом решил пистолетом добить. Умно. У вас получилось, это сокрушитель история. Так, какую мы возьмем? Обманный удар. Разоблачить, взгляните на руку врага. Наносит всем противникам 2 урона, пронзающим. Давай возьмем вот эту. Инструменты. Если кнопка или значок вам непонятны, наведите на них курсор, чтобы получить дополнительную информацию. Что? Мы просто идем дальше. Было бы неплохо, чтобы в обычном режиме он просто перемещался. Ящик для инструментов. Вы находитесь рядом с ящиком для инструментов. В этих вещах могут быть хорошие карты и много очков. Двигайтесь по гексу с ящиком для инструментов, чтобы обыскать его. Все, все, успокойся, давай. Что там за карты? Дополнительный ход. Ого, 4 энергии стоит, но это вообще бред. Аркан, переместите цель в диапазон 3 к пользователю. Критический ближний бой. Непонятно, что это такое. Это карта атаки. Блин, мне обязательно каждый раз ход заканчивать, когда он ходит. Убить всех врагов у меня вообще задание, поэтому давай убьем тебя. Хотя стой, стой, остановись! Остановись! Будем уклоняться. А мы еще и пистолет можем применить. Что он там делает? Он себя починил? И бафнул, что ли? Интерфейс им стоило бы как-нибудь улучшить. Тоже он выглядит достаточно отвратительно. Плюс смазано выглядит русский шрифт. Ручная граната. Но мы можем его ударить. Потом
убежать. А почему ты сбросил карты, козел? Улучшить разделенную атаку. Переместите 2 гекса в любом направлении. Я хочу гранату у него бросить. На 3 энергии. И вот эту мы не сможем, надо по прямой, да? Ладно, ждем его. Он не особо-то торопится. Дальняя атака. Так и придется к нему подходить или отходить. Давай его так вот сделаем. Энергии-то нет. Давай отойдем еще тогда сюда. Ну нет, отмена. Подойди сюда опять. Нормально так швырнул гранату. И отбежим. А этот лох нас не догонит даже. Такой здоровяк, а ему даже пушку не дали. Наконец-то мы можем эту карту применить. Тупо уничтожили. Сигнал идет из этого тематического парка, я лучше пойду проверить. Серьезно? Пройдено? Знаешь, эти сокрушители спали. Ты живешь здесь, в этом тематическом парке. Мне нравится держать своих врагов близко. Кто ты тогда? Просто кто-то следит за твоим сигналом и сталкивается здесь с твоими друзьями. Не пойми меня неправильно, ладно. Очень много диалогов. Убежище. То есть этот парк теперь наше убежище? 3 очка. Что здесь? Разблокировать навыки, улечить персонажей. Нам 3 очка же дали. Ну так... Как бы... Так, используй очки навыков. Кажется, у вас достаточно очков навыков, чтобы их потратить. Все, отстань. Ходьба. Вот это типа 3 очка стоит? Нанести удар и убежать, как крыса. Стрелок. Когда вы убиваете врага во время атаки дальнего боя, потяните карту и получите 1 очко энергии. А почему я не могу это разблокировать? А, надо удерживать. Ладно, вот такая вот игра. Если она будет развиваться, то, в принципе, может получиться достаточно неплохой проект. Пока что это выглядит достаточно странно. И, опять же, больше бы подошло на мобилке. Ладно. Следующая игра в переводе на русский означает «Узурпатор». По сути, это сложная ролевая игра в жанре рогалик, как написано в описании, но здесь почему-то отдельный мод. Поэтому не знаю, как будет в самой игре, просто погнали, посмотрим. Играть мы будем в одиночку. Нас тупо заспавнили где-то. И я не могу геймпадом управлять. Ясно, типа, только клава-мышь? Или стой? Блин! Это скип диалогов был. Но я без понятия, будет ли работать геймпад после того, как я его отключил, потому что очень часто в таких вот... Да, работает. Так, достали меч. Слабая атака. Блок. Это контратака, видимо, сильная атака. Рывок, а это... Щит, наверное, пробивать.
У нас очень много стамина уходит, непонятно на что. Где враги? Я хочу уже с кем-нибудь посражаться. Да блин, зачем мне ваши тупые подсказки? Нормально, а отпрыгнуть я не могу? Что-то какое-то кривое управление. Я тупо не достаю до чувака. Они даже здесь отдельную смерть не сделали, просто чувак встает и такой: я умер. Я умер. Просто поверь. Да блин, ты дурак. Ты дурак. Не надо с нами разговаривать. Забегай. Давай попробуем еще раз. Как-то не сложилось вообще с ним. Слишком уж сильный враг, я не знаю. Сначала тебе надо понять, как все это играется. Вот, например, блок. В принципе, враг тупой. Он может только на атаках работать, если ты стоишь, а так он беспомощный. Посмотрим, что дальше будет. Где же вы все? Эй, люди! Люди! О, вон еще один. Ты не видел людей, друг? Да все, отстань. Так, блок... парировать и у вороты. О, он не достал, на удивление. Этот уже вдогонку нам что-то кидает, но все равно получается так, что он не достает. Блин, он со щитом медленнее отступает, да? Мне же не кажется. Ударил. А в чем у нас 20-й левел? С него хилка дропнулась. Голда. Так, где ты? Кто там? Непонятная какая-то ерунда валяется. Но опять же, эта игра нормально подошла бы на какие-нибудь смартфоны. Стамины мало, но это нормально. В принципе, на комбо хватает. После такой игры скорее хочется вернуться в Dark Souls. Я блок не ставлю. Может, я зажрался? Блин, эта игра интереснее, чем я думал. Но это из-за того, что мне нравятся сложные игры. Но здесь, к сожалению, нет русского языка. И много чего еще. То есть она так выглядит простенько достаточно. Этот камень нам даст силу, правильно? Но его реализовано как-то слабенько. Теперь мы за дух. На этой игре какой-то фильтр наложен. Он делает приятнее. Все то, что здесь... есть. Поэтому выглядит не так уж и убого. Но если так задуматься, то, блин.
Даже не знаю. Посмотрим, что дальше выйдет из этого. Закрыто. О, это торговец. Какой-то, нет? Я сначала даже не увидел, что там кто-то стоит. Настолько странный чувак. Можно сохраниться. Пока-пока. Блин, теперь нас не выпустят. А где нам тело-то найти? Что он дал? Я не обратил внимания. Ключ? Я просто все проскипал. Беги, 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 беги. Так, ну здесь... Или нас это вернет на землю? Мы просто клинок взяли. Теперь мы можем драться этой оболочкой. Хочешь отойти отсюда? Да все, задолбали вы со своим текстом. Прописали мы ему в челюху. Но он быстрый. Вот и вселились. А вот и все. У нас теперь тело есть. Дряблое, конечно, но... Какое есть уж. Он сам по себе сохранился за полкилометра, ну ладно. Я всего лишь хотел книгу прочитать. Блин, ну вот, здесь все так убого реализовано. Игра могла бы быть намного лучше. Если бы интерфейс был поприятнее, было бы куда в разы лучше. Даже. А то все это так странно. Нас один. Надо что, наверх нажать вот здесь? Использовать портал. Ну уже загрузка. Тут есть сундук. Задолбали они со своим текстом. Мы тут еще колдун. Стой. Стой. Не бей. Как тебе стамина-то хватило на последний удар? У тебя же там совсем чуть-чуть было. Опять. То есть, если совсем чуть-чуть есть, он все равно бьет. Что ж, ладно, я не буду продолжать дальше. Вот такая вот игра. Я уже сказал то, что она могла бы быть намного лучше, в разы просто лучше. А так она получилась, ну, слабой.
Условно говоря, если сравнивать с другими такими проектами. По крайней мере, мне так кажется. Но кого-то может такое зацепить. Возможно, здесь будут выходить еще обновления, улучшающие игровой процесс. Было бы неплохо. Как много врагов мы скопили. Следующая игра называется Rob Riches. Тут целая куча языков. Правда, они нам не понадобятся, потому что там вроде как ничего и не пишут. Это головоломка, которая больше подошла бы на телефоны. Играть мы будем за Роба Ричерса, как ни странно. Это у нас получается бесстрашный искатель приключений, охотник за сокровищами. Ладно. Выбор уровней. Тут три мира. И целая куча уровней. Но я говорю, в такое интереснее играть на телефоне. Мир первый. Вот у нас есть чувачок. И он ходит по одной клеточке. Эти камушки ломаются. Так. Вот это я знаю, как можно взять. А нам обязательно надо все монеты брать, чтобы пройти уровень. Туда мы сейчас не пойдем. И мы потом не выйдем, да? Я сюда один раз только могу наступить. Да, смысла от этого нет. У нас типа открываются ворота, но нет. Давай мы начнем вот с этой верхней. А потом уже все то же самое проделаем. Тут уже лава. Тебе не страшно? Может, стоит вернуться домой? Друган. Так. Надо, наверное, начать все-таки с этой монетки. Я так посмотрел. Если мы пойдем сначала к той, то мы ничего не сделаем. Но пока уровни достаточно простые. Но это самое начало. Здесь мы по-любому вставим сюда. Ладно, если что, перепройдем. Но это похоже на правду. Да? Вот это что такое? Такой странный тип. То есть здесь постепенно будут появляться новые механики. Но он так странно прыгает. Так неестественно. Мы можем пройти сюда и отсюда прыгнуть обратно. Взять вот эту монетку. Но я так и думал, то, что он перелетит. Потому что он прыгает дальше, чем надо. Можно сделать вот так, потом вот так и вот так. На каком мы уже уровне? Почему их не подписывают? Тут мы везде перелетим, получается. Надо подумать. Так мы выходим. А, можно сделать типа вот такого. А, нет, мы типа такого не сделаем. А, не, сделаем. Все супер. Ну, падай. Ну, первые уровни обучающие, когда что-то новенькое появляется.
Можно выдвинуть вот это, скинуть вот это. Выдвинуть вот это, скинуть вот это, вот это. Так. Ну, здесь было бы неплохо это все повторить. Просто все это выбрасываем. И расчистили себе дорожку. Ладно. Погнали. Какой реально уровень? Я скоро такими темпами пройду чисто мир. Вот это, наверное, надо задвинуть. Как-нибудь это двинуть. Пусть это сзади стоит. Если я прямо толкну, ничего хорошего из этого не выйдет. Но я сделал так, что это тупик. Где мышка? Как заново это начать? Не, ну по-любому первым шагом надо так двигать, да? Если я подвину так, так, потом так, то это ничего мне не дает. Вот я как бы задвинул, и что? На себя-то он тянуть не может. А я могу сделать вот так. Но это уже получше картина выглядит, чем в прошлый раз, но все равно не то, что нужно. Давай попробуем задвинуть сюда. Не знаю, выдвинуть опять. Ну не, это бред. Не то сделал. Толкаем один. Этот мы, получается, можем вытолкнуть только сюда. Дальше можем задвинуть вот этот и вот этот. Блин. Задвинули, и что? Хотя это мы не сдвинем, а назад тянуть нельзя. Я, может, что-то элементарного не понимаю. Нам по-любому надо как-то избавиться. Но как? И все. Ладно, в любом случае я игру заценил. Дальше думать мне что-то не хочется, можно переходить к следующей. В принципе-то она неплохая, но я говорю, интереснее было бы играть на телефоне. Вот такие вот дела. И наконец, заключительная игра на...
Кто-то подключил. Давай, присоедини вот это. Все. Мы все обрабатываем. Нас не остановить. А я могу что-нибудь здесь найти? Такое большое обилие животных. Главное, что все разные. Дрифт. Дрифт. Стоп, а я могу сейчас обучение открыть? Сначала мы... А, то есть этой штукой мы берем что-то и сажаем. Можно строить ограды. За бабки покупать что-то новое. Каких-то куриц. Использовать везде погрузчик. Так а где семена ты должен взять? Вот в этих зданиях? Давай присоединяем. 30 секунд. Я много покупал. А здесь что продается? Ясно. Лаборатория. 400 ингредиентов. Чтобы это открыть. Так, ну можно купить ограду и купить потом где-то куриц. Давай вот так вот сделаем. Я же смогу это все продавать. Хватаем и прям здесь сажаем. Вот это, видимо, нам сейчас надо обработать. Ого. Блин, можно и не покупать больше. Неудобно то, что каждый раз надо открепить. За сколько мы можем продать? За 20, наверное. Сколько у нас было? Внимание не обратил. Ой. Сейчас все засеял. Не, ну игра странная. Это факт. Неудобное то, что все надо делать на тракторе. А, не, стой. Нужно это вот здесь, наверное, находится, да? Оба обработали. Мы скоро миллионерами станем. Достаточно было один мешочек купить и с ним работать. Не, реально, лучше бы у одного трактора было несколько функций, чем вот так вот. Погоди, зачем ты отцепил? А, мы вот так можем? А зачем тогда вообще заднюю эту часть отцеплять? Непонятно. Видимо, мы заменять ее сможем. Как много здесь мешков. Они уже мешаются. Скоро миллионерами реально станем. Давай продадим. 17 монет дают. Покупали за 40.
Но одного мешка более чем достаточно. Все, осталось нанять каких-нибудь работяг, автоматизировать процесс и все. Можно уходить на пенсию. Скидываем это. И вот это. С водой, может, тоже можно будет что-то делать. И с лесами. Я бы куриц купил. Вот это что? Стой, вот это давай скинем здесь. Или это чисто для продажи? Да, видимо, это чтобы по одной штуке не возить. Ладно. Достаточно простенькая игра. Тоже подошла бы идеально на телефон, и я об этом говорю постоянно. Что можно сказать про сегодняшнюю подборку, она достаточно странная. Крайзис вообще подвел. Что за бред с ним происходил, непонятно. Как бы там ни было, каждый сам сделает для себя какие-то определенные выводы. Я на этом заканчиваю, поэтому пока.